холодно. Как они играли в футболках, я вообще не представляю даже. У меня дети ходят с мужем, а я первый раз вот в зиму. Спасибо, спасибо. До свидания. Придем. Уфа проводит такую необычную акцию, проиграв, возвращая деньги болельщикам, которые они потратили на билеты. Как вы относитесь к этому? Я к этому очень хорошо отношусь. Я с болельщик стажем, еще на сцену ходил, строитель ходил. Это первый раз мне бесплатно. Ну, так что я думаю, Уфа выберется из ямы-то. Вчера хорошо играли, ну, бывает. А вам, Уфа, да, выберется. Вам также в качестве презента дали билет на матч Уфа Ахмат. Пойдете ли вы на футбол? Спасибо Газизу, что он с болельщиком связь держит. Что он, как, мы одна команда. Так сказать, мы 12-й игрок. Спасибо большое. Придем обязательно.